Представитель регионального оператора заверил, что количество поступающих заявлений в адрес «Аквалайна» снизилось и продолжает снижаться. Теперь за перерасчетом и по всем вопросам с квитанциями придется обращаться напрямую в областной офис организации. Но есть еще одна причина ликвидации офисов оператора. Причина следующая. Данные расходы по содержанию офисов в муниципальных районах, которые обслуживает компания «Аквалайн», эти расходы не включены в тариф 2020 года. Для перерасчета необходимо обратиться лично в офис или через Почту России. По закону на любое обращение организация обязана дать ответ в течение месяца. Несмотря на закрытие с 1 марта офисов в районах оказания коммунальной услуги, обращение с ТКО не отменяется. Перевозчики регионального оператора работают в штатном режиме.